Дипломатический скандал между Турцией и Нидерландами. Сегодня голландские власти не пустили рейс с министром иностранных дел Турции. Мевлют Чавушоглу летел в Роттердам поучаствовать в массовых демонстрациях турков в поддержку расширения полномочий президента Реджепа Эрдогана. Но самолету не дали разрешения на посадку. Анкара в ответ грозит санкциями, а президент Турции обвиняет голландцев в фашизме. О том, что Нидерланды запрещают проведение любых турецких митингов, в Анкаре знали. Но все же решили испытать голландские власти на политическую прочность. И отправили министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в Роттердам, где он должен был агитировать местных турков поддержать расширение полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана на референдуме 16 апреля. Еще до вылета сам Чавушоглу заявил в эфире местного телеканала, о запрете знает, но до последнего не верит, что Голландия на это пойдет. Если они это сделают, то наши политические и экономические санкции против Нидерландов будут очень серьезными. Как они могут отменить мой рейс или рейс любого другого министра? Это повлечет за собой серьезные последствия. Но рейс турецкого министра в Роттердам сегодня все же отменили. И объяснили это просто, мол, в интересах безопасности и общественного порядка. Мы запретим любой митинг с участием какого-либо представителя турецкой власти в публичных местах. Я отвечаю за общественный порядок в городе, и турецкое правительство знает, что подобные мероприятия запрещены. Президента Турции это возмутило настолько, что он не выбирал слова для критики и на митинге своих сторонников в Стамбуле назвал голландские власти фашистами и пригрозил санкциями в ответ. Они ничего не знают о политике или международной дипломатии. Они очень нервные и трусливые, эти нацистские остатки и фашисты. Вы можете не пускать самолет нашего министра иностранных дел сколько угодно. Посмотрим, Голландия, как теперь твои самолеты будут летать в Турцию. Я имею в виду прежде всего дипломатические рейсы, а не простых граждан. Ранее из уст турецкого президента уже звучали подобные оскорбления, но в адрес Германии. Реджеп Тайип Эрдоган обвинил немецкие власти в применении нацистских методов после того, как там отменили несколько митингов в поддержку турецкой конституционной реформы. Но несмотря на бурное возмущение немецких политиков и запреты, министр молодежи и спорта Турции все-таки выступил сегодня с агитационной речью в Кёльне. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер.